Привет и добро пожаловать на канал Inform TV. В советском кинематографе актриса Нонна Терентьева была одна из самых красивых. Про нее говорили русская Мерлин Монро. Ей предлагали роли заграничные режиссеры, но руководство страны им отвечало, что артистка очень занята в кино в СССР. При этом мало кто знает, что несмотря на успех и красоту, ее личная жизнь не сложилась. Нонна родилась в Баку, пошла первый класс в Румынии, а потом жила в Киеве. После второго курса театрального института поехала покорять Москву. В столице она поступила в училище имени Щукина. Несмотря на то, что ее однокурсницами были красавицы Марианна Вертинская и Наталья Селезнева, именно на Нонну приходили посмотреть студенты с других групп и факультетов. Настолько внешность ее была завораживающей и притягательной. В кино Нонна дебютировала, будучи студенткой. Главная роль в военной драме «Самый медленный поезд» открыла ей путь в большой кинематограф. Следующей была работа в фильме «В городе С». Она принесла начинающей артистке известность на всю страну. После феерического успеха снимавшиеся в картине актеры получили приглашение на Каннский фестиваль. Зарубежных зрителей очень впечатлила Терентьева. Нонна была востребована у советских режиссеров и снималась много, но вот ее личная жизнь сложилась не так успешно. Первый супруг Борис Терентьев был сыном украинского министра. Нонна начала с ним встречаться, когда еще жила в Киеве. Влюбленные поженились, и в браке родилась девочка Ксения. Но характеры у супругов оказались разными. Борис предпочитал тишину, он был интровертом, а Нонна обожала веселые компании. На этой почве стали возникать разногласия, которые привели к разводу. В ее жизни было еще несколько романов, но ничем серьезным они не закончились. А с наступлением 90-х у актрисы начались проблемы с работой, кино в то время почти не снимали. Но самое страшное, именно в это время у Нонны диагностировали рак груди. Она об этом никому не сказала. Даже дочку отправила учиться за рубеж, чтобы та не видела маминых мучений. Умирала артистка очень тяжело, угасла за считанный месяц. Рядом с ней была только мама. 8 марта 96 года замечательной, талантливой и красивой актрисы Нонны Терентьевой не стало. Ей было всего 54 года. А какие роли этой актрисы вам нравятся больше всего, пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, мы будем благодарны за подписку и лайк. Удачи!